Всем большой привет, дорогие друзья, с вами Рей Арсланов, и вы попали в хижину музыканта. Добро пожаловать, если вы здесь впервые, прошу подписаться на этот канал, потому что здесь очень много полезной информации для музыкантов. И сегодня на небольшую частичку этой информации станет больше. Почему? Потому что мы сегодня будем рассматривать очень-очень классную и популярную тему на сегодняшний день – вокал для гитариста. Наконец-таки, друзья, собрался, сел, подготовил материал, и сейчас вам расскажу по этой теме очень ценные вещи. Как я понял, сейчас на моем канале тема вокала и как научиться петь – самое главное, самое востребованное. Очень много пишите по этому поводу, друзья. Типа, Раиль, я умею играть, осталось только научиться петь, скорее сними уроки по вокалу. Друзья, вот. Собрался, как я обещал, ноябрь идет, делаем уроки по вокалу. Предупреждаю в самом начале, что я, друзья, не профессиональный вокалист, поэтому буду вам показывать методику свою, делиться своим опытом, своими соображениями, своими методами, как вообще вот освоить вокал. Если моя методика вокала вам не понравится, друзья, есть огромное количество других роликов, пожалуйста, не сорите в комментариях по поводу там, да ты неправильно учишь и все такое. Я сейчас постараюсь вкратце объяснить вам всю суть этого дела и дать вам упражнение, чтобы ваш вокал наконец-таки развивался. Поделим этот урок на несколько других частей, чтобы удобнее было смотреть. И почему еще? Потому что за 15-20 минут невозможно объяснить тему вокала. Друзья, выделил 6 аспектов, которые влияют на рождение вашего вокала и становление голоса. Что это такое? Первое. Дыхание. Слух. Дикция. Чувство ритма. Резонаторы. И релаксация. Быстренько пробежимся по этим 6 пунктам. Но сегодня остановимся на одном только этом пункте, который называется слух, она самая главная, потому что она как раз-таки посвящена самому главному в вокале, это попаданию в ноты. Ну, друзья, согласитесь, попадать в ноты в самое главное. Потом уже все остальное идет. Ну, давайте по порядку начнем. Дыхание, друзья. Конечно же, все вокалисты начинают обучение вокалу с дыхания. Ну, она как бы самая главная считается, по сути. Но я, конечно, ее не ставлю последней, но и не первый ставлю, потому что попадать ноты все-таки важнее. О дыхании долго говорить не будем, друзья, потому что мы сразу перейдем к другой главной теме. Если вас заинтересует более полно данная тема, есть по 4-3 часа на эту тему снятые сюжеты у различных певиц на ютубе, там Анны Камлевской, Жанны Серапяны и так далее, Вероники Воршип и так далее. Вот. Ну что я от себя хочу сказать? Да. Самое главное, не дышите в легким, то есть в грудь. Каким образом дышит обычно? Плечи поднимаются, ребра расправляются в стороны, да? А как нужно вокалисту, который дышит правильно, по сути? Дышит животом, то есть воздух наполняется в живот и выдыхается тоже. То есть животом нужно вокалисту играть. Никакие плечи там и ребра не должны подниматься, только животом, вот, друзья. Вдыхаю. Вдыхаю. Когда будете вдыхать, именно чувствуете, что ваш живот наполняется и растет. Да? А не когда наполняются легкие воздухом и поднимаются плечи. Вот это совсем неправильно. Этому учат все. Это могли заметить. Наполняем воздухом живот, чтобы и сзади почувствовать это самое давление. И выдыхаем таким же образом. То есть не будем на этом долго зацикливаться. Опора в животе должна быть. То есть вы брюшным прессом должны контролировать воздух. Он не должен быть расхлябистый, когда поете. Да его невозможно петь, чтобы он не напрягался. Здесь опора должна быть. Это самое главное. Следующее что? Что за тема? Следующая тема – слух. О нем мы поговорим более подробно сейчас уже, когда пройдем основные этапы. Слух бывает нескольких видов. Есть абсолютный слух. Это ребята, которые родились с таким слухом и которые просто офигительно
четко, точно слышит ноты, которые вы воспроизводите. Например, я нажму любую ноту, и я вот сейчас услышал эту ноту, но не смогу сказать, какая это нота. Ну, как называется, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, там, и так далее. А вот они смогут, то есть у них абсолютный слух, у них настолько все развито, что нажимая любую букву, по букву говорю, ноту, они могут назвать, слышат эту ноту и могут назвать название этой ноты. Высоту, октаву, тембр. Ну, тембр мы тоже различаем, я тоже различаю тембр различных инструментов, то есть фортепиано от баяна могу, от скрипки отличить. А вот у них это более продвинуто развито, то есть они могут угадывать ноты, несмотря на эти самые ноты. Да. У них все так максимально. Есть относительный слух, ребята, у которых развит слух, но он не такой абсолютный, то есть им нужно дать сначала опорную ноту какую-нибудь, например, ля. Они ее в голове запомнят, пропоют, а потом даешь какую-нибудь такую ноту, и они от этой ноты ля смогут дойти до этой ноты, которую они не видят, и воспроизвести, то есть вокалом. Им нужна опорная точка, вот что их отличает. Друзья, слух будем развивать, это самое главное. Вы сейчас скажете, да мне там медведь на ухо наступил. Я думаю, что вот прям абсолютных нулев среди вас нет. Ну, прям чтобы ужас полный был со слухом связанный. Все это мы с вами будем развивать. Следующий этап это, конечно же, голос. Вы говорите, Раиль, у меня нет голоса. Ну как у вас нет голоса, если вы сейчас с друзьями там только общались во дворе? Он у вас есть, просто вы его не настроили, он у вас не развит, то есть вы с ним, им еще управлять не умеете, но он у вас по сути есть, и у каждого свой диапазон, у кого-то маленький, у кого-то большой. Эти возможности мы скоро узнаем. Что касается слуха, о чем мы сейчас говорим, есть есть внешний слух, есть внутренний. Внешний — это все, что вы слышите вокруг, звуки всякие, шумы, ноты. Ну вот как раз-таки чистые ноты, которые вы слышите извне, внутренний слух может воспроизвести в голове. То есть я вот сейчас могу в голове не представить, даже услышать эту ноту. Я ее вот слышу. И, соответственно, могу ее воспроизвести. Три этапа проходят. Я слышу звук, потом он рождается у меня в голове. Я его представляю, на какой он высоте, как звучит. И уже воспроизвожу тем самым. Вот эти этапы нужно пройти, чтобы уже начать петь. По сути, вот видите, не совсем сложно складывается рождение вокала. Об этом чуть позже. Касаемся теперь третьего пункта, на котором мы остановились. И он называется дикция. Дикция. Это третий пункт. Первый был дыхание, второй слух. И третий – дикция. Зачем нужна дикция? Не только для того, чтобы люди понимали, какие вы слова там воспроизводите во время пения, что говорите, но и насколько точная и чистая яркая атака будет вообще. То есть, если вы будете мямлить, не только никто не поймет слов, но и вы не передадите вообще песню. И при помощи дикции не только люди слова поймут, но еще вы посыл даете яркий, четкий, точный. Следующий этап – это резонатор. У человека два резонатора. Это грудная клетка и голова, соответственно. Грудной клеткой мы поем низкие звуки, басы и баритонные вещи. То есть, например, промычу. Почти что вибрато в чистом виде, друзья. Очень низкие звуки воспроизводятся здесь грудной клеткой. У мужиков он точно проявляется. Большинство парней поют этим вот местом. Басы и баритоны. Следующий резонатор – это голова. Звуки идут в носоглотке, рождаются. Слышите уже мой звук где-то вот здесь. Вот здесь. Я чувствую прямо изнутри. То есть резонирует в голове. А звуки басовые резонируют вот здесь, в грудной клетке. Что идет еще выше, это фальцет, друзья. Писк, то есть, который мы часто слышим у женщин, иногда у мальчишек. Все это
фальцетом берется, очень высоко, выше вашего диапазона голосового идет. Для примера, вот сейчас пою фальцетом комический отрывок какой-нибудь. Сразу говорю, фальцет у меня развит не очень хорошо. Если б я говорил как черепаха, и так далее. И так далее, напомнил песню. Я на солнышке лежу. Ильянок тоже там поет фальцетом. Все, что по ощущениям вообще выше, вот здесь около лба находится. Звуки здесь есть басовые, здесь средние, то есть получается и фальцеты здесь. Вот. О резонаторах поговорили. Следующий этап — это чувство ритма. Если даже у вас от рождения все в норме, там с вокалом что-то воспроизводить можете, петь, но у вас плохо с чувством ритма, вы не будете попадать вообще в ритм песни, будете свое петь. И это равноценно тому, чтобы вообще не петь. То есть вы будете вообще сбиваться. Вообще ерунду будете петь и с музыкой не сочетаться. И по этой проблеме вы не сможете петь каверы, то есть вообще настолько изменять его будете, что по-своему будете петь, что эта песня не будет похожа на вообще оригинал. То есть подстраиваться не сможете. Поэтому чувство ритма очень важно развивать. Наверное, самое главное после слуха идет. Последний этап — релаксация, друзья. Невозможно научиться петь. Вообще невозможно петь, если вы не расслаблены. Начинающим певцам советую вот такую вот вещь. Занимайтесь вокалом только когда вы одни дома. Вообще родителей нет, никого нет. Почему? Потому что тогда вы полноценно уже расслаблены. Когда есть в соседней комнате мама, и вы начали вокалом заниматься, и что-то там стыдно что-то стало даже, вроде бы я еще и не умею петь. Ерунду вообще вот не городите, не думайте об этом. Просто когда никого дома не будет, спокойно возьмите и начните заниматься. Я говорю, на своем опыте, когда есть посторонние люди, сложнее петь, особенно высокие ноты, которые нужно кричать, доставать, то есть без зажимов петь. У вас будет сжиматься голос, если вы будете еще думать, блин, громко нельзя, там соседи спят, родители, как-то стыдно петь перед ними. Куча психологических проблем. Их мы просто убираем, когда вы одни, тогда и занимайтесь. Ну, конечно же, если вам не пофиг, вы там частенько не бухаете с ребятками, то есть вы уже раскрепощены, вам пофиг, тогда можете петь. Когда я один, ребята, это так круто дома. Какие только я звуки не издаю, я ору по всей комнате, когда даже готовлю. Вообще разогревая таким образом голос, пою, кричу. Все, что только что услышал, напеваю в разных октавах, тонах, вообще свобода, я там хожу. We don't talk anymore. Ну и так далее. Не буду сейчас это показывать. Все равно это не будет так, как я делаю, когда один. Друзья, ну и вот мы прошли 6 главных этапов, которые нужны для того, чтобы вокал у вас родился. Но остановимся сегодня на самом главном. Это слух и вообще техника вокала, скажем так. Самый главный пункт. Поехали. Сегодня покажу упражнения, которые помогут вам раскрыть ваш вокал, начать его развивать. Но прежде чем к этому приступим, обязательно нужно посмотреть технику раскрытия рта, вокальных положений, чтобы вы, когда будете тренировать упражнения, не как попало открывали рот, так скажем. Что, во-первых? Во-первых, что я замечал у начинающих вокалистов, то, что они стесняются и поют, еле открывая рот, типа «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, пожелай...» и так далее. Они не открывают рот. Люди не понимают, о чем ты поешь. Себе под нос бубнить не нужно. Если поешь, давай пой нормально. Эмоциональная настройка сразу должна быть, друзья, если вы хотите научиться петь. К этому нужно относиться серьезно, так же, как к гитаре. Не так, ну, спели там что-то себе, нельзя так. Эмоциональное воздействие влияет. То есть, какой эмоциональный посыл вы дадите своим занятиям, так и будет, друзья. Если вы будете стараться открыто петь с душой, отдаваясь целиком, все у вас получится. Первое, обязательно открываем рот шире. Есть такой метод, как вокальный зевок. «Петь на зевке» называется. Представьте, что вы зеваете. Вот именно примерно в таком положении нужно петь, когда округлый рот, и он чуть-чуть открыт. Не открывать, конечно, как звери. Напитки покрепче, слова покороче.
Последнее исполнение зверей на фестивале ВКонтакте вообще мне не понравилось. Настолько он сильно открывает теперь рот, что это уже не совсем манера, а черти что. Более округло нужно, собрано, но все-таки открывая рот. Это нужно петь. Еще один момент. Посыл должен идти через рот, а не через нос. То есть, когда вы поете через нос, ну, конечно, мне самому пишут, что через нос, но я этого особо не замечаю. То есть, там, не знаю, например. И нигде, и ни во сколько повстречались и забыли. Нужно это убирать, нужно через рот, то есть, более открыто делать рот и через рот пропускать звук. И нигде, и ни во сколько повстречались и забыли. Как узнать, в нос или не в нос поешь? Можно прищепкой закрыть нос или попробовать вот рукой за... И нигде, и ни во сколько. Если вот звук меняется, значит все-таки в нос поете. Если звук не меняется, значит не через нос. Это нужно тренировать. И еще один момент, и, конечно же, подача. Должна быть подача, друзья. Работать со зрителем. Нельзя там бубнить себе под нос. Тихо, во-первых, громко нужно петь. И самое главное, уверенно. Ну, основные вот эти моменты рассмотрели. Теперь давайте посмотрим упражнение, которое поможет вам развивать вокал. Нужно научиться, ребята, брать любой звук и держать его ровно. Например, возьмем ноту до. Вот таким образом она звучит на третьем ладу пятой струны. Попробуйте воспроизвести то же самое в голосе. До, до. Он тянется у меня. У вас, возможно, он будет по типу до. Ну, будете ездить по нотам, то есть не будет устойчивым. Вот вам нужно научиться его держать на одном уровне. Взяли эту ноту и благодаря опоре держите ее. До, до. Максимально долго, сколько сможете. Итак, берете следующую ноту, например, ре, по гамме поднимать. Ре. Тянется, вам нужно учиться тянуть благодаря опоре, чтобы у вас не было ре. Да. Следующий вопрос, конечно же, если вы научитесь вот ровно тянуть звук, это сложно, друзья, сразу говорю. Нужно благодаря опоре четко тянуть ноту. Следующий этап, это, конечно же, как попасть в эту ноту, если вы не знаете. Ну, у вас, если слух не развит, вы не сможете сразу попасть, то есть повторить эту ноту ртом. А вообще, в идеале, чтобы развивался вокал, нужно повторять все звуки, которые вы вообще воспроизводите на гитаре. На любом инструменте. Возьмите любой звук, например, опять-таки до, и доедьте до него. Если не попадаете сразу, доедьте до него. Вот он нашел. То есть нужно, чтобы звук гитары слился с вашим голосом. А потом научиться его брать без подъезда. То есть вот это подъезд. А без подъезда. И еще можно с небольшой улыбкой брать каждую ноту, чтобы не низить. Следующая, например, нота ре. Вот нашел, доехал до нее. Ре. Многие звуки вы не будете доставать, потому что ваш голос будет наверху срываться, диапазон небольшой. Если что, берите на октаву ниже, грудным голосом. То есть можно одну и ту же ноту взять здесь, вот тем уровнем голоса, на котором я говорю. Ре. Или выше. Ре. Вот, пробуйте, друзья. Ищите таким вот подъездом ту ноту, которая вам нужна, чтобы ваше звучание совпало. Ищите, ищите, дойдите, и вот, чтобы ваша нота и ваш голос совпали. По такому же принципу, друзья, нужно поступать и на фортепиано. Вот. Нужно будет очень усердно работать. Пока что мы сейчас пытались на одну ноту попасть, а теперь нужно научиться вообще петь гамму. Например, от ноты ля, пятый лад шестой струны, играю гамму ля мажор. Только мажорно играю гаммы.
Ну, сможете найти картинку гаммы ля мажор. Вот от ноты ля нужно вам будет научиться петь гамму. То есть сначала научиться, конечно, петь эту тонику. Ля, ля, ля. Следующая нота будет си по гамме. В гамме 7 ступеней. И восьмая это октава. Си, си, си. Нужно найти ее. Ля, си, голосом. Вообще вот, в чем принцип вообще того, чему я вас учу? В том, чтобы голосом научиться находить ноты, которые вы играете на гитаре. Таким образом вы будете развивать свой вокал, точно попадать в ноты. Вот это самое главное. То есть ля, си. Сыграли вместе с гитарой. Теперь попробуйте без гитары. Ля, си. Если получается, молодцы. А если ля, си, что-нибудь такое получилось промежуточное, то уже неправильно. Еще раз пытайтесь. Ля, си. Следующая нота до диез. До диез. Ре. Ми. Ми, ре, до, диез, си, ля. Что нужно делать? Петь те же ноты, что играем. Ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля. Теперь без гитары. Ля, ля, си, ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля. Довольно низкая октава для меня, я привык петь высоко. Еще сегодня я уже очень много пил, поэтому низю. Вот таким образом от любой ноты нужно строить гаммы и пытаться петь. Например, от ноты соль. Еще ниже будет. Нет, давайте от до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Вот нужно дойти до верхнего до, вот от этого до. До, ре, ми. Так вам нужно научиться петь. То есть, когда вы играете аккорды, например, до мажор, вы поете, и когда вы поете, вы ничего попало играете, вы играете те же самые ноты. Вообще вся музыка строится на нотах. Вы что думали, что попало поете? Нет, вы поете ноты, которые относятся к этому аккорду, аккорду до мажор. А в гамму до мажор какие ноты входят? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Вот из этих нот и строится там мелодия. То есть пытайтесь потом под этот бой играть эту гамму, которую только что спели. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си. Так от каждого аккорда, от аккорда соль. Соль, ля, си, до. По той же гамме. Вот это одно из таких упражнений. То же самое пробуйте на фортепиано. Воспроизвести ноту, которую я нажимаю. Ваша задача, берете фортепиано, нажимаете ноту, еще раз, и пытаетесь ее найти. Слиться с ней нужно, найти эту ноту. Дальше берете, например, ноту соль, соль, и голосом пытаетесь найти. Вот вам такое упражнение, научиться играть гаммы, что на гитаре. Картинки можете найти в интернете, написать гамма до мажор, гамма ре мажор. Там написано, какие лады играть. Друзья, сегодня дал вам мало упражнений, но зато посмотрели базис, основу вокала.
Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк. Обязательно будут другие выпуски с другими упражнениями. Сейчас самое главное вам найти, например, гамму ля мажор, научиться его играть на гитаре и уже голосом доставать эти самые ноты. Не забывайте подписываться.